Приветствую всех любителей ролевых игр. Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю проходить The Outer Worlds. Прошлая серия как-то все больше по разговорам была. В этой давайте, наверное, побольше экшена какого-то. Только давайте могильное дельце завершим. Мы сейчас к Сайлосу вернемся. У тебя тут паркура нету? Паркур! Нет, не забирается на... На всякие препятствия. Какие-то вот платформы здесь с чем-то внутри, но меня туда не пускает, к сожалению. Давайте вернемся, сдадим квест по могильному дельцу. Как раз... Ой. Попробуем быстрое перемещение. Возможно ли оно? Да, работает. Развивая навык уклонения, вы откроете уклонение вперед. Скачок. Скачком очень удобно преодолевать расстояние до врага. Сейчас тут птичек посмотреть. Так, вернитесь к Сайл. А, блин, может мне лучше надо было даже не сюда, а... Подождите, масштаб. Приближать, удалять. Сюда нам на кладбище надо. А, я сюда не могу переместиться. Странно. То есть вот только там, где компас нарисован, быстрое перемещение возможно. Ну, это вы зря, я считаю. Так, куда нам? А, то есть там был вход, блин. Куда меня перенесло, там и был вход. Ну, в смысле, выход как раз. Сдать квест могильщика. Хочу побольше экспы, уровень получить перед экшеном. А то набьют еще лицо мое. Меня уже ж убивали, да, по-моему? Интересно вообще подгружается. Видите, что сначала загружается как бы дневное... А потом какой-то фильтр накладывается. Fancy threads. That some kind of hibernation suit. You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Всего 360 очков опыта. Давайте убеждение. And I'll buy you a drink sometime. Пиво. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Репутация улучшена. 300 битов и еще картридж 150 битов. Нормально. Рассказать, что он болеет? Нет, давайте не будем. Не хочу. Это их дело, я не собираюсь. Давайте про Надежду спросим. Some great big starship packed full of colonists what got lost in the Aether never to be found again. Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. Is there a reason you asking? Давайте мы не будем рассказывать, что мы с Надеждой. Я буду отыгрывать чувака, который, во-первых, не рассказывает, что он Леша Халецкий, а говорит, что он капитан Хоторн. С корабля безнадежные, а во-вторых, что не с... Да. Something I can do for you? А Юджине? Yeah. What about him? Сначала вы отвечаете, я знаю, что вы его хоронили. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Ну давайте, его зубы из чистого золота, если их вытащить, yeah. Можно неплохо заработать. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone, spirited away, vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders, or he rose from the dead. Я буду поглядывать по сторонам, вдруг встречу их.
Ну ладно. О, есть уровень. Еее. Восход красивый. Ваша репутация в рамках фракта изменилась, если к вам настроены. Ну, короче, так, давайте. Что мы попрокачиваем? Общение, конечно же. Так, на пятерочку. И технологии. Может, блин, на дальний бой хоть что-то вкачать? То сейчас иду драться. Нет, ладно, технологии. Что у нас в медицине? Открывает третью ячейку для, для препарата в ингаляторе. Правда, мы теми не пользуемся. Затраты на работу за верстаком минус 50%. Можете ремонтировать броню и оружие на экране снаряжения. Даже без верстака, видимо. Так, а тут у нас что? Длительность оцепенения. Вот тут еще не прокачано ни ложь, ни запугивание. Надо будет все равно 5 очков сюда. Даже можно будет 4 очка вкачать пока. Ну, в следующий раз. Так, применяем. И все пока. Способности невозможно использовать. Репутация везде нейтральная пока. Странно, вроде сказали, что повысилась репутация. Так, ладно, что у нас по квестам? Регулятор мощности, побочные задания. Севернее посадочной площадки замечен передовой разведчик. Вот, давайте вот это попробуем. Значит, сначала на посадочную стоянку, видимо, сходить. Вообще, квест вот тут, я смотрю. Давайте на посадочную стоянку, я вот так вот хочу пройти вокруг. Через посадочную стоянку пойдем. Предметы в идеальном состоянии не только блестят, но еще и дороже продаются. Но и обладают способностями. Так, ладно, значит, мы сейчас обходим город. Идем к квесту. Так, давайте мы сохранимся. Попробуем вот этих животных. Вау. Блин, в этом замедлении еще еле переключаешься. Да, убили. Но красивые конники прибежали меня мочить. Ладно, я понял, мы не будем на них нападать. Мне просто интересно было посмотреть, как оно заработает. Все, я понял. Сорян. Так, разберемся с механическим разведчиком. Ой. Так. Ух ты. Нормально я их так. Вот эта булава мне нравится очень сильно. Фига себе, я опыта получил. Клювы сейчас соберем. Не знаю зачем. Но, возможно, они будут нужны. Вот эта булава, конечно, круто сработала. Так, что тут за трупешник? Ничего нету у него. Соус тартар. Опять же, все это пока непонятно куда. Ух ты. Мистер Ой, модификация оружия ближнего боя. Атака увеличивает урон от сильного удара. Видимо, сильный удар — это если замахиваться долго. Нет, нормально, и так бьет. Так, может, я лучше по ближнему бою тогда?
Паровой. Вообще, немножко все странно выглядит. То есть у меня тут на максималке стоит, но... Ну вот есть какое-то ощущение инопланетности, да? То есть вот как-то глаз... Как это мародеры, да? Это мародеры, их тут трое. Вот этот явно у них главарь, я понял. Сорян, я сохраняюсь периодически. В голову прицелиться. Нет? Ну, поехали. О-о-о! Слегка урон маленький. И просто никакой урон. То есть мне с таким оружием, видимо. С ними. Ой-ой-ой. Да, я понял. So much blood, да. Мне лучше здесь шкериться по всяким местам. Ну, не прокачивал оружие, что ты хочешь. Он даже, несмотря на то, что он типа получил стан на 7 секунд, благодаря моей способности, я слишком мало урона ему наношу, чтобы как-то это можно было. Награда среднего размера. Это, видимо, какой-то мусор, который... О, энергетическая ячейка для энергетического оружия, видимо, понадобится. Так, где тут у нас? Механический разведчик. Свалка. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Думаю, я мог бы тебя починить. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. Нормально, так опыта дали. Spacer's Choice reminds all colonists that serving the Spacer's Choice family is the highest possible reward. I have been programmed to deliver this pre-approved message. Не буду говорить, чушь какая. Ну, в общем, я думаю, он сейчас должен уйти со свалки. Это выполнение квеста, в принципе. Боевой дрон. Пофиг, это ничего не сделать. Кар... Денюжки нашли. Блин, мне так что-то как-то непривычно считать биты деньгами. Где мои крышки? Я так понимаю. Что, это не считается, что я краду? Боеприпасы. Замороженный обед. Кстати, а мне вообще есть как-то надо тут? Что у нас по снаряжению? Кстати, мне бы, может, пока защиту сменить. С другой стороны, меня тут принимают за мародера тогда. Восстановление. Базовое здоровье. Ну, соус тартар можно использовать пока в горячую ячейку. Вот, модификацию могу. Урон от сильного удара. Ладно, пока не буду использовать. Я так понимаю, что тут навсегда, скорее всего. Будь здорова. Ладно, давайте к Людвигу вернемся, сдадим этот квест, потом пойдем уже по основному.
Сейчас я сока налью. Так, где этот? Людвиг. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. Нормально, опыта. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Надо сходить забрать. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Ну, машине-то да. А что, люди его не нашли? Don't want the bartender poking around in there with a mop. Кстати, а тут что-нибудь еще есть интересное на этом? Торговый автомат вот на... О, можно вскрыть дверь. Вот, тут какие-то оружия. Вот смотрите, вот это, по-моему, похоже на... У меня уже 600 битов, кстати. Вот это похоже на... снайперскую винтовку, с которой я хотел бы... Я, пожалуй, куплю ее в автомате. Так, остальное мне пока не надо. Что продать можно? Я не знаю пока, что из того, что у меня есть, мне не нужно. Так, а это что? А это всякую жрачку продает. Ну, опять же, непонятно. Так, давайте глянем. Какое тяжелые патроны используются. Ага. Так, давайте глянем, как она выглядит. О, о, вот, я уже начинаю себе оружие подбирать по кайфу. На корабле доступна новая точка для путешествий, посадочная площадка Edge Water. То есть мы когда корабль починим, видимо, сможем... О, кстати, я хотел же эти еще кораблекрушения вот это осмотреть. Надо сходить. Надо сходить. И в контину за оружием надо сходить. Наверное, через контину просто сейчас пойдем к этим. Блин, вот видно, конечно, мало... Ну, не мало бюджетность. Я бы не сказал, что это малобюджетная игра. Видно, что графика немножко, конечно, устаревшая. Но все равно, как оно все вот... со вкусом, что ли, сделано, со стилем, то есть это вот очень-очень так прикольно все выглядит. Блин, еще тут автоматы не обследованы, это, наверное, то же самое, да, жрачка. О, здесь можно эти купить, магнички. Доступ ограничен, тоже, видимо, надо будет прокачивать какую-то способность, чтобы ее покупать. Ой, кто тут кодит? Это все украсть, да? Еще верстак обнаружен. Но опять же, пока не хочу ничего прокачивать. О, а тут я могу вскрыть. Ну что, давайте вскроем. Не написано, что это как-то плохо будет. Преступная деятельность. Ну зашибись. А почему это никак не было подписано? Говно, говно. Ну, нечестно так поступать, типа... Красным не помечено, я вскрываю, а там все уже, типа... Ну, это, в принципе, конечно, логично, но... Раз вы все подписываете в... Так, как бы мне тут не упасть больно. Раз вы все подписываете в этих комнатах... Я решил все-таки прямо
сходить к этим развалинам. Так. Нету ли тут каких-нибудь опасных субъектов? Не к развалинам, а к кораблекрушению. Речка вонючка. Ну, это явно канализация сливается. Так, так, что тут у нас? О! Какие-то гранаты. Это вот мечта игрока в ролевые игры. Спускаешься, а тут лута дофига. Никто ж кроме тебя не догадался спуститься к берегу. Все это собрать. Я единственный такой одаренный. Так, ну, может тут еще что? О, в воду-то нельзя входить. Да. Ну все, видите, не пускает просто дальше. Ну вот. То есть это все, что тут есть? Два каких-то задрипанных ящичка. Ладно, я понял. Возмущен, негодую. Контину давайте сходим. Мне хочется на ком-то свой... О, давайте опробуем на этих ребятах. Так. Просто посмотреть, опять же. Я думаю, что меня сейчас убьют, скорее всего. Так, давайте мы на камни заберемся. Бегай себе, 203 урона. Они просто убегают. Нормально. Но у меня, правда, мало тяжелых патронов. Может, я зря так? Фига себе, 450. Фига себе, слушайте, мне эта винтовка очень нравится. Прям. Только они... Патроны... У меня 2 патрона из 30, да? То есть мне надо бы патроны к ней прикупить. Но вообще мощно, да? Согласитесь-ка. Ой, давайте поменяем. На тебе в голову. Вот это мне экшен нравится, да. Вернем пока. Наверное... О, они тут кого-то убили. Наверное, в красную книгу местную занесены. Лопата. А можно лопатой могилу разрыть, интересно? Так, сейчас мы еще одно то тело заберем. Раз... Подожди, где оно тут? Вон он. Я хочу могилу раскопать. Вы не против, надеюсь? У меня еще во втором Fallout'е была... Кликуха Грег... Могилокопатель. Так, как бы это сделать? Так. Лопата. Так, и что, и как? Что, нельзя могилы копать? Просто лопата в руках будет и все? Хрень какая. Но тогда зачем она? Не, я возмущен. Ой, у меня гранатомет есть. Нет, взял мы винтовку. А я почему не убирается теперь? Смогу полностью. Почему теперь это? Я не понимаю.
Чего я теперь не могу эту хрень убрать? То есть она, по-моему... каким-то основным оружием стоит. А как мне кого-нибудь другого основным оружием поставить? Блин. Ладно. Короче, пошли в контину. И мне бы не забыть... А, подождите, оно у меня в руках. Я понял. То, что в руках просто нельзя убрать. Вот и все, да. Так. Так сделаем. Все, теперь я понял, как работает. Пошли в контину. О, а что это тут? Трупы валяются необлутанные. Видимо, те ребята его загрызли. Здесь мы были вообще? Ну да, это мост. Могильничек. Да, вообще со всех сторон этот город обойти. В общем, у меня было быстрое перемещение, чего я бежал. 28-я ежегодная тазбольная серия. Мировая, видимо. Так. Вообще никого не смущает, что я тут с оружием в руках так бегаю? Я думаю, никого. Ну, где тут туалет? И правда что-то есть. Еще 857 очков. Уже половину... к Людвигу опять вернуться. Так, тут заперто. Ну, я бы вернулся как минимум за патронами. Там автоматы есть. Надо тяжелых патронов прикупить. Еще мне из винтовки понравилось стрелять. Прям one hit и все. Давайте глянем, что вообще за оружие. А, блин, мы не пока, просто сверток, видимо. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Похоже, это весело. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Рид уже дал мне код доступа. Босс said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Звучит довольно просто. Horribly. I will pour out a can of zero G to your memory. Здорово. Вылит за меня банку пива. Сразу захотелось умереть. Так, где тут автоматы? Прикупим патрончиков. У нас только 26.
Так, вот, тяжелые боеприпасы. Ну, они, кстати... А, 300. Ну, что поделать? Надо купить. Пока все. Ну, норм. Так, смотрим. Дневник. Кулак правосудия. Так, подождите. Кулак правосудия здесь. А, это AP-робот, если кулак правосудия где? Здесь. Долгое завтра. Тут. Основные задачи. Здесь. Так, давайте начнем тогда с кулака правосудия. И вот так я хочу... Хотя, о чем мне тут обходить? Давайте сразу на место посадки перенесемся и пойдем от него. Мне там троих мародеров надо убить. Я думаю, что с моей винтовочкой надо место повыше занять. Только... Так, тут эти животные мы, пожалуй, не будем тревожить. Так, чуть он меня... Как он меня заметил-то? Иди нахер. Я не хочу с тобой дружить вообще. Даже не подходи. Блин, красиво так. Полярное сияние. Спутники. Непонятно, кто чей спутник вообще. Так, вон там один чувак. Блин, жалко, он за бочками какими-то. Отсюда его не снять. О, стояночка. А вот тут охранники какие-то. Так. Как всегда. Ну что, хедшот? Один готов. Все. Так, с винтовкой мне воевать намного больше нравится, чем без нее. Я вам честно скажу. Вот это мое оружие явно. Что за слезы девушки, блин? Так, пошли дальше. Вон он стоит наверху, да? Вообще сидит. Я не могу стрелять. Вот я сейчас жал все это время. Я не стрелял. То есть это из-за того, что у меня низко прокачана дальняя стрельба. Вот это, ребята... Да, мародер. Керасим, мародер дозорный. Чувака на верхушке сняли. Да, хреновый ты дозорный, я бы тебе сказал. Прям вообще не очень. Ой. Ой. Так, пожалуй, я побегу отсюда. Наверное, оружие стоит сменить. Все, никто не бежит за мной. Я не ожидал, что так много народу сейчас на меня выбежит, прямо скажем. Я их не видел. Вообще, на самом деле, вот эта игра с винтовкой, это, опять же, с Fallout New Vegas. Там это самое такое нормальное оружие было.
Странно, их двое, вон, второй. Хотел спросить, а где второй? Нет, перезарядка, нет. Убил. За камень. Блин, это что за животное? Нет, меня сейчас убьют. Нет, 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 нет. Ну мне, блин, я не знаю, как мне понять, сколько противников вокруг. Блин, начинаем опять сначала. Эта песня хороша, начинай сначала. Этих двоих, почему, когда я убиваю этих двоих, никто не агрится? Типа, всех нормально, да? Слезы дервиша. Ну это явно какой-то этот. Вообще могу уже броню мародера одеть с другой стороны. Так, где второй? Где-то дальше, наверное. Я, главное, одного из главарей даже убиваю, никто не агрится. Но вот этих я начинаю убивать. Блин, а где второй-то? Ладно. Отдавайте броню. 4-4-9. Вон, сидит главарь наверху. Я его просто вон хедшот делаю. И всем пофигу. Все сидят, что-то ждут дальше. Так, значит, наверное, с этой стороны подойдем. На камешек залезем. Да ё-моё. Чё-то не очень... Ну, блин, я вот сейчас даже не двигаю ничем. Просто его сдвигает с камня. Так, эти у костра. Где-то тут еще кто-то ходить должен, по идее. Нет? Ну, давайте так. Не больно попадает. Готов. Все, вот так я троих убил. Вот там что-то сагренные двое, но они просто стоят где-то. Похоже. Не, побежали собаки. Я уже думал, сейчас это меня одна вынесет. Ну, меня, конечно, вообще нельзя никого к себе подпускать, прямо скажем. Смотри, как ее колбасит. У меня просто один... Где-то еще один труп не найден мною. Может, вот это? Нет, это обобранный. Легко потеряться, конечно. Ладно, значит, два трупа собаки, три трупа
человека. Так, лагерь мародеров. У вандала ничего. Сабля часового. Тяжелые боеприпасы, то, что мне надо, спасибо. Так, у этого палец надо. О, чувака под камень засосало. Охотничья винтовка, блин, я ее только купил, ё-моё. Серьезно, это такая же винтовка, как у меня, так, ремонт предметов. Да, кстати, тут как бы состояние 98, 83, это еще нормально. А вот с оружием что? 68. А зато вот есть винтовка соточка. Только урон больше. Ну, давайте. Эту, кстати, разобрать можно. Зачем я ее покупал? Так, гранатомет пока оставим. Вообще-то можно убрать. Давайте я пока винтовку возьму. Тогда этот убираем. На третью строчку поставим пистика, на четвертую гранатомет. Так, ближнего боя этапа прикольнее. 73 урон в секунду, 54. А, ну, третьего уровня вообще-то. Ну, это двуручный ближний. Наверное, урон низкий, потому что у меня прокачка слабая. Лопату разберем пока. Сабли разберем. Это разберем, все это пока оставим. О, модификация для оружия дальнего боя. Изменяет тип урона оружия на электрический. Не знаю, кстати, надо ли мне это ставить, честно говоря. Не очень пока понятно. Время сохранится. Так, что у нас тут у мародеров имеется? Деталь для брони. Можно уже будет броню прокачать. Скрыть я не могу вскрыть. Не хватает вскрывалочек. Так, смотрю, что здесь. Блин, плазменная винтовка. Ну-ка, а как плазменная работает? Ну, в смысле... А, я не могу ее использовать вообще. Ну что это красное означает? Так-то урон 52-118. А тут урон 16. Ожог. Ладно, пока не буду. А где у нас там следующий? 304-539. Пошли следующего убивать. Мало ли кто тут ходит, пока присядем. Оп. Первобытный охотник. А где он? А, он спит. Блин, я думаю, это что за камень такой? Блин, их тут трое спит. Нет, я помню, они мне тут наваляли, я, пожалуй, обойду.
Спите, ребята. Надеюсь, ничто не потревожит ваш сон. Фига себе, вообще огонь из труб идет. Пока я опасаюсь их убивать. Геотермальная электростанция. Ага, там что-то, кстати, надо было нам на ней взять. Но сначала мы этого чувака убьем. Дока Мейбла. Так, если пройти туда не могу. Так, он за каким-то вот таким забором. Тут уже, по-моему, винтовка не особо поможет. Блин, там еще народ спит вообще. Если я могу вообще через... А, она мертвая. Она не спит, она мертвая. Знаете, это анекдот. Хомячки не спят, а... Если хомячки не мертвые, они так спят. Вот здесь наоборот. Ладно, я каким-то макаром проник уже на эту геотермальную станцию. Пожалуй, вернусь обратно пока. Я просто хочу убить всех. Я думаю, это вообще... понятное желание. Нет, никак. Эх, жаль. Так я вообще как бы не понимаю, пока как к этому чуваку пройти. Что это? Полицейская броня. И все здесь слишком много всего. То есть вот так вот просто идешь, идешь, и тут полицейская броня валяется. Нормально. Так, она круче, чем... Нет, нифига не круче, поэтому мы ее разберем. Какие-то тайнички находятся. Да, у меня уже перегруз. Надо что-то чинить. Блин, а в смысле не хватает деталей? А сколько у меня вообще деталей? Короче, что-то надо выбрасывать, похоже. Я по весу имею в виду 62 из 60. Это вообще никакого веса не имеет. Сам я вроде разобрал в детали для оружия. А, нет, нифига я не разбирал. Я его в мусор определил. Понятно. Не, ну это они как-то странно сделали. Как раз разобрать хочу. %98. 83%, пожалуй, пока не буду чинить. А вот эту броню починю на всякий... Ой. На всякий случай. Ну, просто, чтобы минимум урона. Да, блин, как туда к нему пройти-то?
Я еще под камень, так понял, не запрыгнуть. Там 90-85 метров до него, и я никак пройти не могу. Где проход-то? Вот тут, видимо. Ой, ой, ой. Тот случай, когда меня завалили вообще не внезапно для меня самого. Кстати, эти, кстати, ребята похожи на этих летучих наездников, как их, скальных наездников, да? Здравствуй, Моровин. Так, давайте вот сейчас все-таки разберем побыстрее. А, я уже сохранил. А, да, тут еще было сохранение. А, вот они где. Да блин, да как вы меня? Да что? Да ё-моё! Почему так быстро-то? Видимо, замедление надо включать. Или вообще обойти их, нафига они мне нужны? Не, желание убивать непреодолимо, честно говоря. Просто их слишком много. Так, давай, иди, ты последний остался. В своем роде. Понял? Ко мне думал лезть. Всего-то два сейва. Изи. Клювы какие-то собираю. Так, вот здесь меня больше, конечно, волнует, нету ли какой охраны. Пока не видно. Никто пальцы вождя не охраняет. Вот так вот внезапно уровень получили. Так, давайте убеждение, опять же, на пятерочку. Ложь прокачана. Длительность помех плюс 7 секунд. Технологии. Я тоже на пятерочку, в общем-то. Разбирайте оружие и броню, чтобы с 20% вероятностью извлечь базовую модификацию. Не знаю, что это за базовая модификация. Так, я думаю, что пока мы убеждение технологии закончим прокачивать, я начну дальний бой прокачивать. Потому что со стрельбой как-то... А, еще... Я еще там... Блин! Применить. Так, это применил способности теперь. Так. А второго уровня пока не могу, да? У нас взято 25% урона, когда в отряде больше никого нет. Давайте смотреть еще, что у нас. Базовое сопротивление брони больше. 100% дополнительных припасов торговцев. Грузоподъемность. Скорость перезарядки. Тактического замедления времени. Это интересная штука. Быстрее путешествие нафиг надо. Плюс 50% опыт за убийство. Напарниками точно нет. Цены у торговцев нет. Базовое здоровье не хочу. 25% максимум шкалы, тоже интересно. Скорость ходьбы, скорость бега, износ оружия, вероятность критического удара. Давайте я возьму плюс 25% максимум шкалы тактического замедления времени. Отлично. Никого тут не вижу.
Блин, бежит кто-то. Показалось. Да бегает кто-то реально. Какой-то звук такой, будто кто-то бегает. Или это я бегаю? То есть Эктузик сам себя напугал, вот такое. Да блин, и тут все, я не понимаю, как этому говну пройти, вот это будет 92 метра, что за говно? Вообще, я где сейчас нахожусь? Ой, там кто-то меня заметил, похоже. Я нахожусь в заброшенном поселении. Кто это? Мародер. Все, я спрятался, я в домике. Не подходи ко мне. Он из энергетического по мне шмаляет. Блин. Да как вы меня... Короче, мне в голову надо, конечно, стрелять. Я вообще никакой в плане... Почему он сюда идет вообще? Все. Вроде успокоился. Да блин, он еще жив? Да как так-то? Да как? Да... Понятно. Эти, видимо, для меня... Я не понимаю... Короче, мне в этот лагерь явно ходить не надо. Да пофигу. Я сейчас убегу отсюда. Как мне пройти к этому вот 78 метров? Тут сверху, что ли, как-то? А во. Мародер дозорный. Какой-то хрену. Тот меня заметил. Ну, тут сразу видно, где сильные NPC-шки. Они как-то намного дальше начинают тебя замечать. Бум в голову, хедшот. Просто хедшот. Там явно какую-то пещеру, видите? Пещеру в какую-то надо заходить. Еще одна штурмовая винтовка. Зачем я ее купил? В который раз... Спрашиваю сам себя. Логово. Еще одна охотничья винтовка. Так. Мародер-вандал. Ну что, сможем мы его захедшотнуть? Мог. Еще хедшот. И собачки ко мне побежали. Так, я сразу убегаю. Извините. Простите, извините. Ну! Фух. Хватило здоровья. Куда голова делась? Он ведь сам выбежал. Это самозащита была. Что-то из вашего оружия и брони сломано и действует крайне неэффективно. Понял?
Надо чинить. Ну, это у меня... Мои способности штраф дают к броне. Сейчас отберем всю эту... пещеру. Нужно ли мне так много энергетических ячеек? Как вы думаете? Ствол весельчак, это, видимо, улучшение какое-то. Как вот можно находиться в пещере с трупами? Вот они тут... А, подожди, я их убил. Ладно. Тогда вопросов не имею. Будь здорова. Наверху что-то. Блин, я опять перегружен. Так, надо разобрать, надо починить. Будь здорово. Хары чихать уже. Сидишь, я видео записываю, лежит, чихает. Специально лежит, чихает. Так, значит, это разбираем. Оно вообще разбирается или... Вот почему я... Смотрите, написано внизу X разобрать, так? А, удерживать, блин. Все, я понял. Какой-то крутой, он 5 уровня. Штурмовая винтовка. Наверное, тоже оставлю. Давайте вместо... Какие он использует тяжелые патроны? Ну, все тяжелые везде. Легкое оружие. Энергетическое. Тяжелое. Давайте, наверное, вместо пистолета я все-таки винтовку поставлю. Пока больше разбирать ничего не буду. Так, что у меня поломано? Посох вот этот. Так, с починкой я уже более-менее разобрался. Хорошо, что у меня прокачанная инженерия, то есть я вот это вот все сам делаю. Грандомет хотелось бы, конечно, попробовать, как он работает. Так, вообще тут какие-то еще улучшения я уже понаходил кучу. Тоже, наверное, стоит использовать. Давайте глянем. Это для ближнего боя, для дальнего меняет на электрический. Я не знаю, стоит ли это делать. Критический урон плюс 25%. Прочность оружия плюс 25% и рассеивание у оружия дальнего боя минус 20%. Ну, давайте попробуем в винтовку всунуть. А, это вот, это, видимо, только на верстаке пока. Ладно, фиг с ним. Ну и на этом пока я серию закончу. Осталось еще одного чувака убрать, но это уже, наверное, завтра. Приходите смотреть, если вам нравится прохождение. Ну, не знаю, мне очень игра пока устраивает, The Outer Worlds. Очень-очень приятно в нее играть. Так, кто тут ходит? Показалось. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры. Ваши впечатления, опять же, от прохождения, от... если вы сами играете, жажду прочитать в комментариях. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!